За полгода очень непростых мы привлекли в экономику 500 миллиардов, цель триллион в год. Это хороший показатель. Это практически 25% от валового регионального продукта. Насколько я знаю, в Московской области помогают предпринимателям, которые работают по франшизе. Мы работаем с 2021 года и очень бы хотели принять участие в конкурсе. И готовы направить заявку, но наш договор не зарегистрирован в Роспатенте. И просто регистрация занимает очень много времени, и мы не уложимся в сроки конкурса. У нас программа по франшизе следующая. Мы 30% затрат до 500 000 рублей компенсируем для всех франшиз. А если франшиза родилась в Подмосковье, то для франшизи, тех, кто ее покупает, мы финансируем 50% затрат до 1 000 000 рублей. Насколько я знаю, мы уже упростили порядок, и Марии не нужно ждать регистрации в Роспатенте. В конкурсе она может принимать участие и, соответственно, претендовать вот на эту важную поддержку. Я уже несколько лет занимаюсь бизнесом в парках Подмосковья. Вот. У меня несколько мобильных тележек. В следующем году хочу расширить ассортимент и перейти на, так сказать, передвижные вагончики. Скажите, пожалуйста, с чего стоит начать? Мы двумя руками за. Услуги в парках востребованы, посещение растет. Мы разрешение сократили до 7 дней, а выбор, соответственно, места под объект до 18 дней. Соответственно, 183 парка, пожалуйста, подавайте заявку, регистрируйтесь и расширяйте свой бизнес. Я учусь на последнем курсе Дмитровского техникума по направлению техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы и агрегатов автомобилей. Вот после выпуска планировал работать на заводе «Мерседес» в Солнечногорске, но из-за ухода иностранных компаний из России теперь не знаю, что мне делать. Скажите, пожалуйста, куда еще можно пойти работать с таким, как я? Во-первых, спасибо, что вы готовы работать по профессии. Я очень надеюсь, что «Мерседес» вернется. Если нет, то там идет сейчас работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что заработает «Мерседес» в том или ином виде. Ваши золотые руки и светлая голова обязательно пригодятся.